Говорит, не можете больше терпеть? Она говорит, не могу. Так и говорит. Попробую вам помочь. Привел ее в свой кабинет, раздел, положил на стол. А потом голыми руками, без всяких острых предметов, раздвинул. Там у них какие-то секреты есть, кожа сама разошлась. Вам не больно, спрашивают? Нет, очень хорошо. Вынул все внутренности. Ой. И все, что болело, мусорное ведро. А баба-то эта жива? О, еще как жива. Прекрасно себя чувствует. Правда, не узнает никого. Память почему-то отшибла. Но важен же не результат, а процесс. Я понимаю.